экс-чемпион мира в полулегком весе ирландец Барри МакГиган заявил о том, что мексиканца Сауля Альвареса за две положительные допинг-пробы необходимо дисквалифицировать пожизненно, сообщает BoxingNews24.com. Напомним, 18 апреля состоится слушание по делу Альвареса. Мексиканский боксер подозревается в употреблении запрещенного препарата кленбутерола. Он сам и его команда настаивают на том, что допинг попал в его организм случайно, вместе с зараженным мясом. Если он не сможет доказать, что допинг попал случайно, ему грозит годичная дисквалификация. В свою очередь МакГиган считает неприемлемым использование любого допинга в боксе, и по сравнению с атлетикой, велоспортом, могут пострадать соперники грязного бойца. Он призывает пожизненно дисквалифицировать Альвареса, а также всех, кто попадается на допинге. Любой боксер, кто сдал положительные допинг-пробы, в данном случае речь о кленбутероле, должен быть дисквалифицирован на всю жизнь. Здесь мы не говорим о велоспорте или же любом виде атлетики, на кону стоят жизни людей. Любая усиленная физическая подготовка, дополнительная сила могут убить человека, соперника. Это фатально.